В Марфо-Мариинской обители Москвы начался цикл летних благотворительных концертов классической музыки, средства от которых пойдут на помощь тяжелобольным людям, страдающим боковым амиотрофическим склерозом. Произведения великих композиторов исполняют заслуженные деятели культуры, лауреаты международных конкурсов, солисты ведущих театров Москвы. Вход на концерт свободный, но каждый гость сможет сделать добровольное пожертвование в помощь больным детям. Для самых маленьких гостей на просторной территории обители есть детская площадка.